Здравствуйте, мои дорогие танкисты! Кто успел соскучиться по нашим теплым ламповым встречам, ставим лайки. А сегодня расскажу о новых горячих событиях на первую половину августа. Уверена, что они растопят сердца танкистов не хуже жаркого знойного солнца. Запасаемся освежающими напитками, врубаем кондиционеры и смотрим, чем порадует мир танков в ближайшее время. Сперва напомню, что стартовавшая сегодня акция «Умелый танкист» — это последняя возможность заработать бронебойные монеты в июле. Делайте фраги, блокируйте урон и получайте заслуженные монеты. Только не забудьте до 8 августа потратить их на что-нибудь полезное на складе. А еще с 29 июля по 1 августа можно заработать день танкового премиум-аккаунта, всего лишь попав в топ-10 своей команды по опыту. Всем опытным бойцам подготовиться! С 5 по 8 августа выполняйте специальные боевые задачи и зарабатывайте опыт экипажа, предбоевые инструкции и личные резервы. В августе мы традиционно празднуем день рождения танков. Вас ждут скидки и интересные активности. Праздничный ангар, бонус на перевод опыта в свободный, скидки на исследуемую и коллекционную технику. Последний летний месяц в премиум-магазине порадует уже классическим пакетом с 30 днями танкового премиум-аккаунта. В качестве бонуса к нему в этом месяце вы получите немецкого малыша, МКА, со 100% экипажем, слотом в ангаре и задачей на опыт. А еще с 1 августа в премиум и внутриигровом магазинах можно будет приобрести тяжелых братьев советской закалки «Объект 252У» и «Защитник». Если в вашем ангаре по какой-то причине до сих пор нет этих тяжей, советую присмотреться. У танков один из лучших показателей разового урона на уровне, топовая броня и неплохая для тяжей подвижность. 1 августа – время выбирать третью ветку для ускоренного исследования ключевой техники 8 сезона боевого пропуска в рамках акции «В бой». Активируйте боевые задачи для выбранной ветки, выполняйте их и зарабатывайте больше боевого опыта и опыта экипажа. А напишите в комментах, какую из веток планируете прокачивать. Танкисты, уже успели ощутить вкус настоящего ВБРа? А как там руки у заряжающего? Еще не устали? Напоминаю, сегодня запустился эффект неожиданности в аркаде. Впереди очень непредсказуемые выходные. Скажите спасибо, что танк для боя выбрали сами. С 12 по 14 августа состоится третий запуск режима под кодовым названием «Спокойствие». Любителей размеренного геймплея ждет сплошное удовольствие. Вы же никуда не торопитесь? Знаю, что многие из вас сейчас полностью охвачены боями на глобальной карте. Тем не менее, позвольте напомнить, что каждый день проходит множество турниров. Каждый может принять участие, выиграть боевые резервы и игровое золото. Кульминацией турниров в первой половине августа станет любимый формат — 7-7. Победитель соревнования получит награды и сможет выбрать карты и разрешенную технику для следующего турнира. Активные регистрации на турниры ищите в отдельной вкладке на нашем портале. Для вашего удобства ссылка в описании. На сегодня это все. Я была безумно рада с вами повидаться. Удачи в бою, танкисты! Скоро увидимся. Пока-пока!